Приветствую вас, друзья. Раннее утро. Вот там вот где-то восходит солнышко, которое в дальнейшем, конечно же, будет очень сильно греть, но пока еще это не наступило, пока раннее утро, рыба может быть очень активной, может кушать. Я сегодня в новом для себя месте, приехал на реку Дон в районе города Аксай. Буду здесь разведывать территорию. Я тут ни разу не ловил сводки. Не знаю, какие места. Мне пару точек друзья, конечно же, показали и рассказали о них. Вот буду проверять. Река радует своим спокойствием. Погода шикарнейшая, штиль, тепло. Сейчас быстро собираю свой комплект эгоиста, лодочку, мотор, снасти и вперед на воду. Очень удобно, друзья, спокойно вот так вот насос подключил, он себе сам качает, я хожу тут отдыхаю, любуюсь природой, любуюсь водой. Ну, на самом деле, очень удобная штука, электронасос, экономит время, силы и нервы. Добрался до места, которое мне ориентировочно нарисовали. Нашел тут неплохой рельеф, ямку небольшую. Ну, буду пробовать. Что касаемо мотора, друзья, ну заводится отлично, он новенький. Сегодня буду еще докатывать, но уже можно ручку газа крутить. Соответственно, 3/4 я крутил. И лодка на глист выходила очень хорошо, очень быстро. В принципе, мотор работает хорошо. И скорость была 21,5 километра. Центр тяжести у меня, наверное, подо мной больше. Рядом с мотором бак. Я сижу. То есть спереди только якорь лежал. Лодка очень даже хорошо выходила на глист. Но самое интересное, это мотор. Он действительно выводит 3,4 метра НДНД спокойно на глист. Неполный газ. 21,5 километров. Классно. Спиннинг, который я сегодня с собой взял, чтобы ловить на реке, это Нарвал Аргумент 76MH, длина 2 30 см, тест до 42 грамм. Нравится мне этот речной спиннинг, действительно, такой ковырялка, просекалка, доставалка небольшой рыбы, которую я пока что ловил. Трофеев я на него пока не вываживал, но судаков он в легкую выкорчевывает в лодку. На нем у меня установлена катушечка, это Nautilus Arta, размер 4000, это бюджетная, друзья, катушка, очень бюджетная, но за эти деньги в ней есть шарикоподшипники в ролике, в подшпульном механизме, это может быть и не японские подшипники Shimano, которые стоят по 2000, нет, но они тут есть в этой катушке, в бюджетной, в тех же самых Daiwa Shimano бюджетных нету, и надо ставить, а ставить уже сами выбирайте, какие деньги вкладывать, тоже от китайских до японских, соответственно, но здесь за 4 с лишним рубля есть уже подшипники. Она неплохо работает, она выдерживает перегруз. Я ловил и на 45 грамм кидал этой катушкой. Пока нормально, пока дышит, работает. Никаких
рычаний ничего не было. И на реке я вываживаю форсированно рыбу. Да, небольшую, но все-таки это течение, и оно оказывает свое давление. Поэтому я пока эксплуатирую эту катушку, и она в целом меня устраивает. Нормальная катушка, рабочая лошадка, которая действительно будет работать. На катушке у меня намотан шнурочек Yamatoe Aorica Colors 1PE. Оптимально под мои условия ловли, под веса, под ту рыбу, которую я ловлю. Здесь с щукой не знаю, кстати, как будет, но я все-таки, не знаю, такая вера у меня пока есть. На новых местах я пробую ловить с флюорокарбоновым поводком для большей незаметности. Хотя, если будет щука, конечно, это будет чревато, но я больше настроен на судака. Так вот, поводок из флюорокарбона длиной 40 см, диаметр 0,4 мм. Возьмем джиг-головку и возьму 20 грамм. Этого должно быть достаточно. Крючок 5-0. И возьму приманочку, проверенную уже в любой рассветке. У меня три рассветки, все ловят. Это нарвал Commander Shed, размер 10 сантиметров. Отличный размер, отличная приманка. Она ловит очень хорошо судаков. Ну, у меня судаков ловит. А вообще приманка, я думаю, ну щуки тоже, я щуку на нее ловил. Но судаков мне нравится на нее ловить. Шедик, классная пяточка, работает рассветка. Повторю, у меня три рассветки, все три рассветки неплохо ловят рыбу. Ну давайте пробовать. Я стал на глубине 4,5 метра и бросаю, соответственно, в берег. Пока что так. Рыбку я по эхолоту какую-то увидел. Какая рыба, непонятно, но тут может быть разная рыба и мирная тоже. Поэтому надо проверить. Но что-то продолговатое и длинненькое я увидел. Но опять-таки, это может быть и пеленгас, и сазан, но сазан потолще. Возможно, это щука, потому что мне это кажется такое интересное место по щуке. А может и судачок. Ну, самое главное начать ловить, пробовать, экспериментировать и ждать первого отклика хищника. Дно какое-то глиняное, илистое. Заводится вообще отлично. Хочу немножко переместиться вперед. Я также буду обрабатывать непосредственно эту бровку. Но хочу переместиться чуть-чуть вперед. Заодно посмотреть, что покажет эхолот. Вот рыбка какая-то. Горида. Прям видно, что такое какой-то неровный его, как-то волнами. Вот какая-то твердость. Это может быть и глина. Вот еще какие-то твердости. Но это не рыба. Это, скорее всего, просто либо ракушка, либо вкрапление глины твердой, либо еще что-то. Вот мирная рыбка рассредоточена точками. Вот тут вот можно, кстати, попробовать покидать тоже. Увидел вон там какую-то возвышенность небольшую. Ну, прям такая плотненькая. Надо попробовать. Обязательно надо пробовать. Особенно, когда не знаешь места, когда ищешь вот на разного рода аномалии, стоит обращать внимание. Как видно из моих рыбалок, судак очень любит такие аномалии. Любые, будь то что-то затопленное, колесо, лодка, бугор, приямок. Он как-то вот тяготит к таким местам. Поэтому обязательно надо проверять. Еще одна перестановка. Зацепился за что-то, прям так серьезно зацепился. Но думаю, не буду обрывать. Подойду к месту и попробую освободить приманку. Получилось, да. Увидел в эхолоте какое-то непонятное. Я даже не знаю, что. Вроде не водоросли, но водоросли там есть, потому что вытаскивал. Но высокое что-то. Что это может быть? Не могу как бы определить. Именно тут, на ровном дне. Вот. Но я увидел там рыбу. Я увидел там скопление рыбы.
Поэтому я решил встать с другой стороны. Я стоял ближе к берегу, бросал в глубину, а теперь наоборот, стал относительно на глубину и бросаю в берег. Ну, должна же быть рыбка. Там она есть, их вот показывает. Вопрос в том, какая это рыбка и почему она до сих пор не клюнула. Переехал в другое место и хочу попробовать половить. Нашел прям коряги, лютые коряги, прям очень-очень такие закоряжные, непонятные. Я хочу попробовать половить на поролон. Он на офсетнике, но я все равно его немножко, не знаю, как-то надо спрятать его чуть-чуть, самую малость. Вес 30 грамм, течение довольно-таки сильное. И поролоночка лексовская на офсете, посмотрим. На джигововке туда опасно приманку отправлять, а так вроде как нормально. Побить поролонку, выгнать из нее воздух. Ну, давайте пробовать. Течение очень сильное, приманку сносит прям очень хорошо так. Бросил перпендикулярно, а уже вниз по течению от лодки. Коряга не сработала, уберу поролоночку, поставлю активную приманку. Это у нас джигит, флаттер, 3,2 дюйма, небольшая приманочка, натуральная расцветка. Посмотрим на двойничке. Буду кидать в берег. Странно, конечно, что такая хорошая коряга, прям очень ветвистая, не сработала. Не такое уж это и легкое дело разведывать новые места, тем более Дон, река с сильным течением, и вы знаете, в некоторых местах даже 40 грамм не хватает. Я в этих местах еще ни разу не ловил, но течение тут сильное. Глубины тут бывают и до 12 метров находил, но я особо не разведывал середину, не плавал по ней. Вот, но даже вблизи берега есть резкие бровки, есть коряги, есть сильное течение, несет много водорослей. Самое главное, рыбу по эхолоту это я вижу, но по какой-то причине не берет. Может, это мирное, может, еще что-то. В общем, возвращаясь к месту слипа, там есть места, где должна быть рыба. Ну вот, видите, разведываешь территории, смотришь для себя что-то новое. Кстати, забил одну очень перспективную точечку, не зря скатался. Ну а теперь вернусь туда, посмотрим, какая рыба меня там ждет. Вот и пришел известное место, Аксайский мост, плиты, там на плитах кто-то судачка поймал, мужичок один при мне, небольшого, ну а я хотел сюда. Тут что-то интересное нашел, какой-то рельеф, не пойму, что там такое. Ага, вот и зацеп первый. Что это может быть такое?
освободил. Наверное, какая-нибудь водоросля. Откуда она там? Непонятно. Ага. Какая-то, но не поклевка. Как будто мирная. Ну хоть какое-то оживление. Хоть какое-то оживление, друзья. Первая рыба, друзья, и куда-то сразу завела. Там не знаю, что такое. Трава, что ли? Ах ты ж. Была поклевка, друзья, была рыба. А, она и есть. Завела просто куда-то. О, вот это да. Я думал, сошла рыбешка. А нет. Рыбешка, вот она. Фу, друзья. Ну, это первая огромнейшая рыба, которую я сегодня поймал. Это трофей. Скушал приманочку. 3,2 дюйма, по-моему. И 30 грамм. Ну все, друзья, распечатался за весь день, поэтому ставьте лайк. Конечно же, на свободу иди. Зови взрослых. Да уж, рыбка здоровая. Мне интересно, что там за аномалия на дне. Я второй раз за нее цепляюсь. Сейчас даже рыба туда завела. Еле-еле вытащил. Наверное, благодаря тому, что рыба была на крючке, она хоть как-то поспособствовала тому, что я вытащил. Вот такие пролетные рыбалки тоже иногда бывают. Я покатался, обкатал мотор, разведал новые места, открылся одной рыбой и ей уже закрылся. Но ничего, и такое тоже бывает. Друзья, буду собираться домой. До новых встреч на новых рыбалках.